Приветище! Это Рафт, и мы продолжаем наши бананово-майорские приключения. В прошлой серии мы нашли координаты 9009, мы их вбили в нашу чудо-шайтан-машину и плывем. Нам осталось совсем чуть-чуть. 200 метров. Также в Тангаруа мы нашли кучу чертежей. Например, водопроводная труба, шкаф, наконец-то, как большое хранилище, бак для воды, аллилуйя, и электрический опреснитель. Наше спасение. И поскольку я заядлый шмоточник, конечно же, мне нужен еще один шкаф. Поскольку этот у меня для шмоток, а этот будет для всего барахла. Самый ценный ресурс, который я недавно нашел, титан. Нам нужен титан, чтобы соорудить шкаф. Честно скажу, я всегда думал, что шкафы делаются из древесины. Шкаф готов. Он выглядит... Давай вот этого поставим. А, ну тогда понятно, зачем ему титан. Это металлический, нормальный, цивилизованный шкафчик, современный. И вмещается в него дофига и более всякого барахла. Он отлично впишется вот здесь вот. Конечно, неудобно подходить к этим... Хотя нет, все удобно. Все продумано, все нормально. Прошло уже пару дней. В животе урчит. Я встречаю рассвет. И бегу завтракать. Сегодня на завтрак у меня овощной супец. Эти прекрасные ароматы. Хомячим. Короче, пойдем покажу, что я замутил. Я сделал устройство для управления двигателем, улучшенную сетку-ловушку и, конечно же, электрический опреснитель. Сперва хочу посмотреть, как же отличается улучшенная сетка-ловушка. Вот это старье выковыриваем. О, а вот это новье вставляем. Слушай, ну смотрится четко. И из-под воды тоже, ну, нормалек. Короче, в эту сетку в два раза больше всякого барахла вмещается, чем вот в старье. Дальше нам нужно сделать, наконец-то, управление двигателем. Лепим сюда. Ого, классно. Тут куча проводов каких-то, электроника, все дела. Ну, в общем, мне теперь не нужно бегать вниз, чтобы запустить двигатель или включить заднюю переднюю передачу. Давай попробуем что-нибудь сделать, например. А, это сбросить якорь. Погоди, якорь подняли. А где завести-то? Вот это вот, наверное, завести. О, завелся! Офигеть. Мы плывем? Подожди, мы плывем или что? Что происходит-то? А, якорь, подожди, якорь же... А как? Ну, в смысле, я же поднял якорь. Короче, я смотрю, что реально что-то... Подъем якоря у нас не работает. Вот зараза. Ладно, вручную подниму его. Ты там что? Как он глубоко, слушай. Во, поднялся. Давай теперь еще раз попробуем. Ага. Короче, реально, дистанционное управление якорем не работает. Ну ладно, черт с ним. Давай попробуем все-таки завестись. И вот мы поплыли в каком направлении? Назад мы плывем, а можно вперед? Да, вперед плывем. Ну вот и отлично. Насрать на якорь. И осталось у меня последнее изобретение. Ёлки-моталки. Ребят, у вас тут все высохло, да? Как вы тут живете-то? С голодухи еще не сдохли? В общем, опреснитель я вам тут электронный притащил. Только что-то поставить я его никуда не могу. Какие-то странности. А почему опреснитель-то поставить не могу? Вообще непонятно. Что за дела? Походу, день не задался, все через одно место идет. Сейчас, погоди, возьму-ка я свое зарядное устройство. Новенькое. Поменяем местами. И зарядное... Вот, а зарядное устройство ставится. Ну, допустим, давай его здесь поставим. И попробуем снова поставить опреснитель. А опреснитель не ставится. Кидаловым попахивает. Ну, ладно. Короче, у меня зато есть зарядка. Здесь моторчик от мопеда или от мотоцикла. Его нужно заправить биотопливом. У меня как раз с собой 3 баночки есть. Сейчас вкинем. Вот так вот. А что, все? На фул, что ли? Ха, одной панки достаточно. Круто. Берем старые аккумуляторы и запихиваем их сюда. Двигатель от мопеда завелся. Шайтан машинама. Ох, елки-моталки. Это что за... Офигеть, это строительный кран здоровенный. Я, походу, приплыл к месту назначения. Думаю, что в честь этого можно и прибухнуть, а то уже жажда мучает. Ну, салют! Слушай, вовремя я сделал управление двигателем дистанционное, потому что тут сейчас маневрировать нужно очень хорошо, чтобы заехать туда. Короче, крыши высоток торчат из-под воды, и на их основании строили еще какие-то здания. Офигеть, я хочу на этот кран залезть. Ты посмотри, там еще и зиплайновские штуки есть, по которым может спускаться. Вот это адреналин! Ну офигенно же, а там вон радиорубка по-любому. Ну че, надо поворачивать, давай туда.
Налево. Вон там как раз лесенки есть, можно причалить. Ну все, короче, переплыли. Глушим двигатель. Скидываем якорь. И пошли. А еще самое интересное, что строительный лес, он... Ёлки-палки, можно и прям в глубину туда. Ай, я жёваная акула! Я лучше, пожалуй, поверху, на глубину не хочу. Поверху прогуляюсь, ага. Так. Оба! Ну вот это гнезда. Интересно, а что за птицы здесь обитают? Я пока сюда плыл, ни одну не увидел. Офигеть. Я на стройке. На стройплощадочку приехал. Кран здоровый увидал. О, мои старые добрые друзья, крыски. Интересно, попаду в нее? Мимо. Чуть повыше. Есть попадание. Но она меня даже не запалила. Ага, получил по жопе. Хорош. Еще повыше. Отлично. Так, очень-очень поздно на улице. Мамка будет ругаться, что я не сплю, поэтому сейчас пойдем подрыхнем. А завтра с утра будем разведывать эту строечку. Пожарил на сегодня себе мясцо. Так что сил должно хватить на эту стройку. Тут материал-то еще вагон. Строй не хочу. Как они сюда вообще это привезли? И откуда? У них тут даже биотуалеты были. Открыть, правда, не могу. Видимо, там воняет. Пойдем зайдем в эту коморочку. А нет, не зайдем. Тоже не открывается. Вот елки. Ну, полезли тогда по кирпичам наверх. Там нас ждет что-то чудесное, увлекательно интересное, наверное. Ага, ну, конечно же, мусор. Ничего увлекательного. О-хо-хо, техника. Дали бы поуправлять техникой какой-нибудь. Какие здоровые щупальцы. Такой бы акулу выцепить из океана. О, какая-то записочка. Давай почитаем. Вчера приплыл псих, который разговаривал с куклами. Их споры меня изрядно позабавили. Пожалуй, мне тоже не хватает общения. Мужик забрался на самый верх к спутниковой тарелке. Он звал по радио какую-то Астрид. Мне показалось безуспешно. Неловко признаваться, но я спер одну из его кукол. Ее зовут Миранда. Этот кукловод уплыл час назад, а до этого весь день истерил. Ха, странный народ пошел. Блин, я уже где-то подобную куклу видел, только не могу вспомнить где. А, так на, точно, я куклу видел на острове с радиовышками, где 3 радиовышки были. Я так полагаю, нам нужно теперь по этой технике взобраться. Типа вот так. Потом попаркурить по столбам. И вот мы на 3-м ярусе. Крыска нас тут ждет, но я не хочу с ней драться. То вдруг покусает меня еще. Я полезу повыше. Наверное, сюда нам надо. Снова по строительному лесу. Караб... Почему? Что это за опасные какие-то тут мостики? Как здесь вообще рабочие работали? И почему здесь ни одного, кстати, рабочего нет? А как нам теперь еще выше взобраться? А, вот. Снова по строительному лесу. Не вопрос. Я уже привык к экстримчику. Ёлки. Бешеный криси. Опа. Ну, привет. Ну все, мы добрались до крана. Осталось только подняться наверх по лесенке. Надеюсь, я смогу это сделать. Потому что ничего сложного здесь нет. Взбирайся вверх. И только вверх. Спиной по лесенке ползу. Могу и передком, вот так вот. Мне как бы руки вообще нафиг не нужны, чтобы по лестнице карабкаться. Только ноги. Я спортсмен. Могу еще боком карабкаться. Но так сложнее. Че, все, я в кране? А нет, еще. Еще ползти и ползти. Хотя, слушай, да, я уже наверху. Офигенно. Открываем дверку. И что нас тут ждет? А, нам нужен ключ. И тогда мы сможем управлять краном. Ха, все-таки нам техникой поуправлять здесь дадут. Шикарно. Документов тут вроде никаких интересных нет. Ну что, полезли еще выше тогда? Прямо вон туда? Надеюсь, ключ там кто-то оставил. Или здесь. А, кстати, ничего себе они тут устроились. У них тут кресло, лухари мести... Ой, предмет какой-то. Объедки. Спасибо, я их выпью чуть позже. Пригодится. Пойдем тогда к радиостанции подойдем. Тут как раз записочка есть. Ой, чертеж. Чертеж электрогриля. Вау. Покажите мне это чудо-машину. Электрогриль. Не остановлюсь, все больше похож на цивилизованного человека. С такой техникой. Надо выпить блювотню за такое дело. Отметим же.
И почитаем записочку. Что там написано? Люди ко мне заглядывают, но надолго не задерживаются. Почему? Ну, наверное, потому что я краду их жалкие пожитки. Сегодня были какой-то мужик и мальчишка, Рубен и Дета. Они попали в шторм, им надо было пополнить припасы. Когда они уснули, я стырил у них целый набор инструментов. Примитивный, конечно, зато рабочий. Утром они так взбесились, что сразу отчалили. Вот умора, щипач. Напоминаю, что Рубен — это тот чувак, который встречался с Ханной. Ханна уплыла на яхте, а Рубен остался на Тангуруа. И когда на Тангуруа стало жарко, Рубен уплыл вместе с мальчишкой, которого они спасли. И вот они приплыли сюда, на эту стройку. Их обокрал вот этот щипач. У него даже имя подобающее. Вот козлина. Но зато благодаря краденным инструментам он смог тут соорудить всякую приблудину, которая, возможно, спасла ему жизнь. О, а тут ящичек. Чё в ящике? Ух, сколько хламья! Ладно, полезли еще выше. Уверен, там что-то есть рабочее, что мы сможем включить, и, возможно, там даже ключик, спрятанный этим щипачом. Так, и наверху вот ящик с инструментами. Тут, кстати, сетка была. Офигенно. И, в принципе, дверь, которую не открыть. А жалко, туда явно можно было бы войти внутрь. Ну, короче, что хочу сказать... Черт подери! Ну, в общем, что хочу сказать. Я отбил себе ноги, но наверху там больше ничего не оказалось. Слушай, а можно вот так вот сделать? Га, тут можно походить, прикольно. Я просто хочу прыгнуть вниз и как бы... Ну, вначале попробовать... Нет, добежать туда не получилось. А вот в воду спрыгнул. В общем, я ух ты, какая красота! О, еще и... Ой, блин! Тут еще и даже фонарь рабочий, который показывает нам куда-то туда. Придется делать ласты и акваланг, чтобы спускаться на дно. Я, короче, немного тупанул и поторопился. Там же зиплайн есть. Придется с утра подняться снова. Пойду спать. Оставлю все найденное барахло здесь. Кстати, обрати внимание, ящик сейчас пустой, да? Там ничего не лежит, никаких предметов. Я туда сейчас закидываю все. И что мы видим? Ящик пока пустой, но когда я его открою в этот раз, там уже что-то лежит. Магия! Волшебство етить колотить! Короче, я снова здесь наверху. И сейчас мы спустимся на зипчики. Погнали, ё-моё. Ва-ху! Круто. Но тут такой резкий спуск, что вживую, в реальности, я бы убился просто бы. А вот этот штырь. И распластался бы на полу. Чё, спрыгиваем, короче. Получено достижение. Зип-зап. Прикольно, чё. Знаешь, похоже на местечко, где сейчас прыгнет босс какой-нибудь огромный и начнет меня местить. Прям вот похоже на то. О, туалет открыт. Ничего себе. Ну, наконец-то. Можно хоть нужду по-человечески справить. Конечно же, крышку унитаза открыть я не в силах. Это не в моих полномочиях, видимо. Полезли снова карабкаться. Интересно даже, что мы тут найдем в этой рухляти. Тут как бы недостроена какая-то фигня. И вообще, стоит ли мне тут карабкаться куда-то? Ух ты, елки. Я думаю, что там ничего нету интересного наверху. Короче, как я и думал, мне нужно запустить кран, сдвинуть немножечко груз сюда, уронить его, пробить здесь дырень и спуститься вниз. А для того, чтобы запустить кран, мне нужно погрузиться в недра океана. Пойдем делать, короче, ласты и акваланг. Еще не помешало бы по пути завалить акулу. Один на один. На тебе. Вот так вот, акулу завалил. Ничего себе, прикольно, я мог. Ха, челюсти какие. Забавно. Можно превьюшечку замутить и сказать, я стал акулой. Ой-ой-ой-ой, я тону. В прошлой серии, если кто помнит, я сделал себе сапожки, потому что я все время бегал босиком. Вот так вот. Теперь мне эти сапожки нужно поменять на ласты. Настало время погружения. Одеваем акваланг. Ну, в моем случае это кислородный импровизированный баллон. И прыгаем в воду, елки-палки. Так, акула, выходи. Где ты? А, так я ж ее убил, ё-моё. Запамятовал совсем. Значит, вот прожектор. Тут, кстати, опасная рыбина есть. Или не опасная, обычная рыбина вроде. Угу. Жалко ее не поймать. Значит, здесь электрические медузы, которые мы вот так вот оплываем. Ух ты, сколько тут всякого интересного есть. Погрузчик? Прикольно. И нам нужно, походу, в самую глубину. А тут есть, интересно, воздушные карманы? Чё произошло?
А что это было? Почему затрясло-то меня так? Страшноватенько. О, кстати, записку не обратил внимания на нее. Записочка возьмем. Потом всплывем, почитаем. Воу-воу-воу-воу-воу! Ты... Нифига себе! Удильщик! Ядрен батон! Давай забирай. Аж жрать захотелось. Давай-ка бананчика шлепнем. А, кислород кончается, кислород кончается. Быстрее всплываем. Не успел. Ай-яй-яй. Прикинь, я просрал кучу барахла. Ёлки-палки. Ну и фиг с ним. Главное, что ласты и кислородный баллон остались. Жалко лишь голову удильщика. Все-таки заглянем в это помещение, откуда удильщик на меня напал. Всякие предметы. Еще одна дверка. О, а это что такое? Деталь для прожектора. Интересно. Так, мне нужно... О, кажется, воздушный карман. Фух. Все-таки они здесь есть. О, так тут и пошариться можно. Ничего себе. Сколько всякого интересного. Жачка, елки-палки. Вот это мы где-то под потолком. Это же фальш-потолок. Вроде бы как. Нифига себе, как тут колбасит. Там что-то внизу взрывается, что ли? Или рушится? Короче, где есть вот такие вот штуки, там, значит, воздушный карман. Давай теперь вот сюда посмотрим. Сходим. Удильщик, слава богу, тут не оказалось. Есть еще одна дверка. Ведущая на... Ох ты! Дай мне свою голову, удильщик! Я сейчас ее нацеплю. Да ё-моё! Сдыхай! Ну же! Е-е-е-е! Обалдеть! Сырое мясо удильщика. Сегодня будет пир. Так, значит, бошку хочу удить. Башка удильщика не надевается, что ли? Ву-хо-хо-хо! Круто! Я теперь удильщик. Еще и с подсветкой. Так что буду с этой башкой плавать, она здесь пригодится. Она все освещает, и это круто. Единственное, что она прыгает, это ее зубы, торчащие снизу. Ладно, давай посмотрим, что она тут скрывала. Это рыбина удильщик. Еще одну лампочку прожектора. Заберем. Ладно, что, поплыли отсюда. Больше тут ничего нет. Тут, кстати, еще, по-моему, лифтовая площадка есть. Ага, подъем на второй ярус. О, шикарно. Сейчас еще тут посмотрим, что есть. О, еще один. На тебе. Получай. Вот так вот тебе. Вот так вот. Битва насмерть, елки. Куда ты уплываешь от меня? Что, зассал, что ли? Короче, этот удильщик не очень хочет со мной драться, но... Получай. Да ты, блин, очень... Ну, наконец-то. Короче, меня эти зубы достали, поэтому я снимаю эту фигню и буду проводить исследования так. Пойдем еще сюда зайдем. О, тут тоже удильщик. Ну, я думаю, если плавать осторожно... О, записочка, отлично. Если плавать осторожно, то удильщик нам как бы вообще не страшен. Это же все-таки не акула. Быстренько, быстренько вот так вот пробегаемся. Тут вроде бы больше ничего интересного. Тут можно выползти. Прикол. Офигенно. Я настющий. А есть воды попить? Пить хочу, не могу. Нашел еще одну лампочку. И мне становится хреновенько от обезвоживания. Давай выпьем блевотню. Вот. А, она мне не помогла. Понятно. На последнем издыхании осталось обыскать еще две комнаты. Еще лампочка прожектора. Елки, зачем мне столько лампочек? Давай сюда и быстрее плывем к себе на корабль, чтобы увлажнить свою глотку. Ну, короче, я не доплыл, конечно же, до своего плота и сдох. Я вообще теперь нулевый, все нужно по-новому крафтить. Поэтому на сегодня это все. К следующей серии я все скрафчу, и мы продолжим. О, боги! Я даже не обращал внимания, что я лысый вот такой вот. У меня же всегда шляпа была на башке. А я еще и шляпу просрал. Еще и удильщика просрал. Ёлки-моталки. Ну, короче, если ты хочешь увидеть продолжение, то ставь лайк и пиши комментарий. И не забудь подписаться, если ты еще не подписан, чтобы встретиться в новом ролике, на котором мы с тобой, собственно, и увидимся. Так что до встречи. А я пошел искать средства для выращивания волос на своей лысине.